Здравствуйте! Вы слушаете серию для детей и их родителей «Как улучшить технику чтения школьников в 1 по 11 класс». В данном случае вы слушаете серию для 2 класса. Эта серия предназначена для тех родителей, которые хотели бы помочь своим детям улучшить технику чтения, но не совсем знают, как нужно это делать. И поэтому мы решили сделать записи, где вы сможете найти ту скорость, которая есть у вашего ребенка сегодня. Там будут даны определенные упражнения, которые нужно будет делать. И постепенно у вас будет подниматься скорость. Во 2 классе норматив чтения у детей должен быть 60-80 слов вслух. При себя норматива нет. Поэтому, если ребенок читает лучше, то автоматически он читать уже умеет при себя. Если он читает хуже, то при себя читать ему очень тяжело, и он может текст не понимать. Поэтому в данном случае средняя такая скорость, которая должна быть у детей, это 60-80 слов вслух. Надеюсь, наши записи вам пригодятся и помогут решить вашу проблему. Если будут вопросы, то под видео есть наш ящик, вы можете на него написать и связаться. Желаю вам удачи! Если ребенок во 2 классе читает 30 слов, что нужно делать? Самое первое упражнение, которое мы берем, это чтение таблиц. Здесь ребенку будет уже легче читать таблицы звуков, слогов и слов, поэтому его норматив сразу 2 столбика за раз. Если он может это сделать и прочитать сразу 3 таблицы по 2 столбика, это будет очень хорошо. Постепенно вы будете увеличивать и читать все таблицы за раз. Следующее, на что надо обратить внимание, что таблицы читаются только один раз в день. Этого достаточно, чтобы двигать ситуацию к лучшему. Второе упражнение – это игра в алфавит, когда у вас уже лежит 2 алфавита, и вы начинаете складывать слова в 3-5 букв. Можете складывать по темам, можете складывать какие угодно слова, но задача делать это вместе, чтобы ребенку было интересно. Третье упражнение, на которое я обращаю здесь внимание, это будет уже чтение с отрывком. То есть вы берете отдельную книгу и отчитываете там 40 слов и даете ребенку, чтобы он начал читать этот отрывок 3 раза подряд. На третий раз он должен прочитать за 1 минуту. Это самые такие ключевые упражнения, которые позволят улучшить ситуацию к лучшему. Если говорить о том, нужно ли этим детям давать читать норматив несколько страниц за раз, скажу, что надо смотреть конкретно по ребенку. Если у него все-таки есть стремление читать, но ему просто это тяжело, то можно давать такое задание. Если вы видите, что желания нет, и он мучительно это делает, то помогайте делать устные предметы, читайте и пересказывайте. Еще одно задание, которое надо будет дать ребенку, это чтение абзаца и его пересказ. Здесь можно давать уже читать полстраницы спокойно, и чтобы ребенок пересказывал. Помните, что пересказ хороший – это 50% качественного чтения. Если у вас есть вопросы или что-то было непонятно из видео, или вы хотите записаться на консультацию, пожалуйста, напишите на этот ящик, и мы с вами свяжемся. Желаю вам удачи в тренировках. До свидания.